Ребятушки, всем приветики-приветики, рассказываю я про свои бровки. Я не снимала каждый день, потому что смысла в принципе не было. Так, третий день у меня было все хорошо, я их мазала. Четвертый день, корочек никаких не было. Ничего не было, чувствовала себя прекрасно, также их обрабатывала. Пятый день у меня появились такой, как вот, перхоть, ну, корочки. Они не чесались, никакого зуда, трещин, ничего такого подобного у меня не было. Сегодня шестой день, я опять все обработала, и у меня, сами видите, все прекрасно. Нету вот этих вот, как я говорила, как на перхоть похожие эти корочки. Они не чесались, они не трескались. Возможно, что, может, я их правильно обрабатывала. Мне дискомфорта никакого не было от слова вообще. Они стали светлее, они стали меньше. Оно даже заметно, что они стали меньше. Были, а может, то, что были яркие, вот сами видите. Красивый цвет стал. Не знаю, пойду на коррекцию, не пойду. Через месяц будет видно. Нету ничего. Я не знаю, кто говорил больно, что они сужаются, трескаются. У меня такого не было. Прекрасно я отходила, вот 6 дней дискомфорта нету вообще. Ничего нет. Вот я вожу, я уже их даже, ну, только обрабатываю. Ой, вот эти, вот я сегодня, наверное, это будет последний день, потому что я ничего не вижу, нету ничего, ничего не отпадает, все отошло, все гладенько, все аккуратненько. Ну, вот вот такой у меня маленький вложек, я вам рассказала про свои бровки, как вам и обещала.